сейчас, думаем, даже не специалисты поняли, что президент сел в какой-то необычный автомобиль. Так, с 7 мая 2017 года глава российского государства будет передвигаться на машине отечественного производства, построенной в рамках проекта «Единая модульная платформа». И сейчас, во время инаугурации, конечно, не до технических деталей, но они будут обнародованы в ближайшие дни. Сейчас кортеж Владимира Путина проезжает Ивановскую площадь, знакомая каждому. Звонится Иван Ивановская, царь колокол, царь пушка. See the belfry, the Tsar cannon, and the Tsar bell. У подъезда большого кремлевского дворца Владимира Путина ожидает комендант. And there's the commandant of the Moscow Kremlin waiting outside the Grand Kremlin Palace. Товарищ президент Российской Федерации, президент Московского Кремля, генерал-лейтенант Хлебников. Russian Federation, General Хлебников reporting.